Здорово, народ, с вами Попик. Долгожданный видеоролик на канале. Под прошлым видеороликом мы набрали больше 20 тысяч просмотров и 1500 лайков. Огромное вам спасибо. А также мы смогли добить 16 тысяч подписчиков. Ну, мы немножко, знаете, так сказать, перегнали, и нас скоро как раз будет уже 17 тысяч, вы просто лютые. Давайте добьем 17 тысяч подписчиков. Прям летим без остановки. Вы самые лучшие, знаете. Если бы не вы, я бы не снимал новые ролики. Все, долго вас задерживать не буду. Над этим видеороликом набираем 1500 лайков. 1500 лайков. Вот прям сейчас поставь ролик на паузу. Сверни ролик, поставь лайк, подпишись на канал. Всем приятного просмотра. Полетели. Всем привет. Я уже зашел, получается, на 11 сервер, на свой родненький. И сегодня мы будем делать ту самую задумку, которую вы уже, наверное, скорее всего, поняли по названию ролика и по превьюшке. Сейчас мы соберемся кланом, прямо вот на этом месте. И сейчас будем фармить на домик, построим клановую хату. Я думаю, можно домик начинать строить прямо отсюда. Так, вот тут лесенка. Так, отлично, давай стенки поставим. И сейчас, так, тут дверной проем, вот здесь стенки. Такой небольшой домик построим изначально, а потом можно ее вширь просто расширить, нашу хатку, и все. Так, дверной проем. Так, отлично, и надо дверь скинуть Саю, а то она мне не изучена, пусть Сай тогда поставит дверку. А я буду пока шкаф крафтить, чё? О, металл. Спасибо огромное за металл. Спасибочки. Так, нам нужно еще, кстати, кодовый замок на дверь поставить. И, кстати, верстак. У нас есть, давай вот сюда верстак улепим, чтобы быстрее все скрафтилось. Так, что тут еще? Ой, спасибо. Так, все, у меня шкаф скрафтился. Я думаю, шкаф где-то вот здесь воткнем, прямо в центре. А куда мне его еще можно вставить? Ну да, вот так, я думаю, вставим шкаф. Так, кстати, крышу мы не сделали. Что-то я вообще... Дом без крыши у нас будет, походу. Но нет, давай крышу поставлю. Так, ты смотри, отойди, а то сейчас я как поставлю потолок. Так, вот тут я, кстати, лестницу поставлю. На второй этаж. Так, давай вот тут потолок доставим уже. Раз, два. Отлично. Здравствуйте. Это свой, не трожь. Так, потихоньку клан наш подходит. Я уже всем отписал, где мы. Так, как потихоньку домик строим. Я уже строю, получается, второй этаж. Я думаю, этажей 4-5 у нас точно будет. Так, вы, думаю, лестницу, да. Уже, получается, третий этаж у нас будет. Кстати, потихоньку клан собирается. Вон уже сколько людей у нас. Отлично, отличненько. Хотя бы не один я буду фармить ресурсы. Ой, аккуратно, чуть не кикнул парнишку. Чуть не кикнул, дружочечка. Так, вот тут лестницу. Уже получается четвертый этаж. Стеночки надо выставить тут вот так. Угу. Так, аккуратно, блин, не прыгайте тут. А то сейчас покикает. Так, ну у меня еще дерево есть, так что можно еще строить и строить. Давай здесь потолки выставим. И, кстати, я думаю, лучше сейчас вот этот вот потолок поставим, и нам нужно расширить лучше. Так, надо здесь проем, потому что здесь потолок не поставится. Да, все. Я думаю, давай вшире лучше еще сделаем, чтобы хата больше казалась, и чтобы нас, ну, много поместилось, потому что у нас в клане человек, ну, 15. Надо им еще и комнаты выделить каждому. Отличненько. Вот тут, а, ну тут... А, тут по углам ставится. Я думал, фундамент будет падать. Но нет, нормально. Нормально, значит, все. Так. Отлично. Вот такая получается у нас хаточка. Отличная. Давай стенки, что ли, выставим. Погнали.
Так, раз стенка, да, три, все. Так, ну что, будем делать сейчас подъем на пятый этаж, получается, уже по счету, если я не обманываю вас, вроде бы пятый. А, я потолки здесь не могу поставить, придется стенки сейчас ставить. Ну давай начнем, наверное, вот тут сейчас проем сделаем. Вот здесь бац, так, и вот тут еще бац, бац, бац. Угу, отлично. И я думаю, что... О, дерево еще. Спасибо огромное, спасибо. Так, я думаю, давай комнаты, наверное, какие-нибудь построим нашим соклановцам. Я думаю, вот здесь дверь, вифем, вот тут бам. И стеночки, я думаю, 2 на 2 комнаты сойдут. Нормально, пойдет, пойдет. Так, и вот тут комнатки, вот тут вот, давай. Так, отходи. Так, вот тут. И стеночками бац. Бац. И вот тут, да, все отличненько. Давай теперь вот с этой стороны. Вот так, давай. Тоже. 2 на 2 комнатку сделаем здесь. Бац, бац. Отлично. Так, я начал уже строить пятый этаж как раз. И на пятом этаже, я думаю, построить тоже комнат. И построить еще смотровую. Окна поставить. Опа, на ботинке как раз у них как раз не было как раз пассивки. Так, давайте окна выставим вот здесь, я думаю. Да, вот тут, я думаю, окна выставим. Погнали. Давайте сейчас я выйду на улицу, я уже достроил все. Давайте посмотрим со стороны, как это выглядит. Давайте посмотрим. Ух, на факел какой-то здоровый похож. Ну это, отойдите, отойдите, да, я тут построюсь. Так, ну я думаю, сейчас будем расширять уже в сторону, побольше сделаем, буферки накинем, чтобы нас было не так просто зарейдить. Так, вот тут я поставить почему-то не могу, кстати. Давайте лучше обманем, наверное, систему и фундамент треугольный, или, блин, как сделать? А, вот сюда можно, кстати, вот так править. Кто-то там упал сверху. Вообще психи какие-то. Так, подожди, я что-то не понимаю, подожди, малёха. А, фундамент вот здесь. Так, вот здесь фундамент и здесь треугольный. Все. Да, вот так вот, отлично выглядит. Суперски. Вот так реально пойдет. Давайте, наверное, еще дальше вот так сделаем. Фундамент, бац, бац. И вот здесь сейчас построим проем. И все. И сейчас кругаля дадим. Забор ой, стенки, стенки. Так, отличненько. А, все замечательно. Я думаю, знаете, что я подумал? Давай еще расширим малеха в сторону на 2 фундамента. Да, вот так пойдет. Вот теперь можно стенки ставить. Так, все стеночки я довыставил. Еще вот тут надо на выход построить. Все отлично. И крышу, кстати, крышу. Крышу не надо забывать, а то вдруг кто-то пролезет к нам. Так, ну что? Кстати, ну тут нифига себе так-то. Я, походу, расширил. Ну, со стороны как это будет выглядеть? Фигня какая-то лежит. Вау, кстати, прикольно выглядит со стороны. Так, ну я думаю, сейчас можно поднять еще на 2-3 этажа вверх.
вот эти буферки, которые я строю. И можно уже будет посмотреть со стороны, как это будет выглядеть. Давайте. Так, давайте я потолки тогда выставлю. Уже. Капец, я тут такую замудренную систему сделал, вот этих буферок. Ну, ничего. Сейчас тогда вот эти потолки довыставим на первом этаже. Также будем делать и на втором, и на третьем. Я думаю, замечательно получится. Посмотрим как раз со стороны, как это будет выглядеть. Так, потолки я выставил, давай уже строить. Так, что у меня? А вот поставилась лестница. Давайте строить уже второй этажик прям тут. Вот тут давай лестницу, кстати, поставим, чтобы было симметрично с двух сторон. И потолок тут не выставил. Да, да, выставлю вот тут. Тут и вот тут все отличненько. Все, погнали, стенки ставим по-быренькому. Так, ну что, ребятки, зацените. Второй этаж уже сделал. Сейчас будем уже делать третий этаж. Посмотрим, что получится. Опачки, и третий этаж мы уже доделали, вот. Уже, кстати, и первый этаж в камень апнули. Ну не весь, конечно, вон там фундамент справа. Но ничего улучшим. Ну, вроде бы, прям для клановой хаты сойдет. Согласитесь. Прикольно вышло. Так как мы строим деревню подписчиков, я сообщил в своем телеграме-канале, что я сейчас снимаю ролик, и можете приходить строить свои домики на моих координатах. Вот сколько здесь уже людей собралось, кстати. Вообще полная жесть тут происходит. Тут полная вахханалия началась вообще, я не ожидал такого. Все больше и больше народу. Все больше. Кого-то тут вообще лагает, вообще жесть полная происходит. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что там домики строят. Просто посмотрим, побегаем. Сейчас ресурсики выложим, которые вы мне, и пойдем посмотрим. Так, ну что у нас тут по хатам? Так, вот эти две хатки я сам построил, я дал уже подписчикам. Вот тут еще домик стоит, кстати. Тоже подписчик. И вот тут подписчик домик у себя уже строит прямо сейчас. Привет. Кофе? Держи дерево тебе. Настоящий? Держи дерево, построишь домик. Короче, потихоньку, подписчики. Да. Вот столько уже домика. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять домиков уже. Потихоньку строятся, прибегают. Сейчас настроятся и будем уже фармить дерево и будем вот так вот обгоражать вот эту территорию вот так. Полностью вот так. Будет прям интересно посмотреть на эти масштабы. Так, ну что, мужички? Что? Прошло порядка пару часов. Что тут? Ой-ой-ой. Понастроили тут домиков. Прикольно, прикольно. Ну, строят, строят. Да, некоторым я помогаю. Конечно, ну, небольшими количествами, но как могу. Как могу. Да, потому что я один пока что. Потому что большинство ушли с падки. Потому что уже поздно. Да, и сейчас я пойду тоже с падки. Уже зайдем на следующий день, но... Надо сейчас пойти пофармить ресурсов, чтобы прокормить нашу хату, потому что осталось 55 минут, и наша хата будет гнить. Да. Короче, сейчас берем инструменты, кирочку, топор, и пойдем уже фармить ресурсы для хатки.
11 часов будет стоять, все замечательно, закинул малеха. Все, я думаю, все, буду отключаться и буду заходить уже завтра. Все, я зашел на следующий день. Соклановцы тут отбивались от рейдов, пока меня не было. Нас раза 4, наверное, рейдили. Хатку уже восстановили. Отличненько. Сейчас надо сверху посмотреть, как там что. Сверху у нас что. Да, появились тут новые хаты, даже новые. И сегодня будем фармить дерево много. И вот так будем ограждать нашу территорию. Вон там, это не наш дом. Вот эти домики, вот они, наши все. Мы их обгородим полностью. И все. Будет отличненько. Так, мужички тут стреляются прям под хатой. Решил выбежать, посмотреть, кто тут. О, Коля выходит. Родники, давай сюда, родники. Опик, помоги, только не ливай, помоги. Только не ливай, братик. О, убил. Я убил его. Отличненько. Чего у тебя там было? Ой-ой-ой, у тебя хорошо тут ресурсов. И кирочки у тебя тут. Ой-ой-ой, мы сейчас пофармим люто. Офигеть. Ну жалко, что у тебя кирочки, не топорики. Так, ну что, по плану у нас сейчас что? Правильно. Застройка нашей деревушки. Все, сейчас буду потихоньку ставить шкафчики, уже в перемоточке, потому что, ну, так не будет, ну, интересно вам не будет, конечно, туда смотреть, как я строю. Все, у меня все закончилось. Все шкафы я выставил. Да. Ну, сейчас, кстати, у Сая сейчас крафтятся заборы вместе с воротами. А я сейчас крафчу, получается, шкафчики. Мы так немножко распределились. Да, и сейчас я пойду, наверное, до хаты. Сейчас возьму, скрафчу себе топорик и пойду дерево пофармлю. И пойду шкафы крафтить. Короче, сообщили, что в деревне кого-то рейдят у нас. Где-то вот тут, да, вот, вижу хатку вот эту деревянную. Ну-ка, давай посмотрим. Да, вижу ник там чей-то. Давайте, надо как-то попасть к нему. А, у него крыши нет, подсадите меня, подсадите. Так, я запрыгнул, давай, спрыгивай вниз, смотрим, что тут. Он стоит. Ну! Выш... А, убил его. Нифига у тебя тут. Блин, я фуловый, у меня просто фуловый инвентарь заборов и шкафов. Блин, а куда мне это все девать, я не понимаю. Блин. А, давай в ящик сложим шкафы все, я потом заберу как раз. Да-да, давай я так сейчас кину по-быренькому шкафчики. Вот так вот. И два золота здесь, ценный лут. Так, металла тут, ё-моё, дерево, серка, камень, кстати. Хорошо прям у него было, отлично. Вкусненько было. Так, ну чё, я из хатки уже выбрался. Шкафчики я уже тоже забрал. Сейчас будем выставлять шкафчики. Остальные, поехали. Так, все. С той стороны я так немножко выставил. Давайте теперь с другой стороны.
Начнем уже строить забор как раз. Уже начнем. Вот отсюда. Так, вот здесь заборчик. А ну-то иди, Сай. Иди. Тут заборчик. И вот тут уже, я думаю, сейчас отступлю малёха вот здесь. Вот так вот. Вот здесь будут ворота. Да, вроде место будет для ворот. Так, все, я думаю, погнали ворота строить. Так, все, у меня последний забор. Все, отлично. Так, ну, у Сай теперь забор остался. Вот, вот, все. Ну, мы почти, кстати, половину территории застроили. Так что отличненько. Все. С кайфом все. Так, так, так. Иду ставить снова шкафчики. Наконец-таки. Пофармил я тут еще. Минут, наверное, 15. Сейчас будем шкафчики. Да, выставлять тут надо. Тут нам осталось половину застроить. И все. Так, короче, я ставил шкафы, и у нас тут проблемка нарисовалась. Надо вот этот домик бахнуть. Я вообще не знаю, чей это домик. Это, скорее всего, вообще даже не подписчика. Я уверен. Потому что сейчас мы его зарейдим, посмотрим. Надо шкаф еще снимать. Что у нас тут? Ну, металл. Шкаф залоченный. Понятно, надо что, ломать его, походу. Так, пока там шкаф ломают, я тогда начну... Чтоб время не терять, буду шкафчики ставить свои. Погнали. Так, нам осталось совсем немножечко. Сейчас мне надо шкафчики накрафтить. Шкафов 7, наверное, еще осталось выставить, и все. Сай, кстати, уже забор ставит. Все, вот так у нас выглядит территория уже отлично. Ну, посмотрите на эти масштабы. Ну, за такой реальный лайк можно поставить. Такие старания на ролике. Где вы увидите еще такое? Правильно, где? Только у меня. Все только для вас. Такой контент. За такой реально можно лайк улепить, я думаю. Сейчас мы вот это достроим. Сейчас шкафы еще доставлю. И пойдем накрафтим ракеты и побахаем домики. Давайте я уже, наверное, выставлю наконец-таки эти шкафы. То я уже устал ставить эти шкафчики. Так, бац, закрыли. Так, и дерево-то надо положить. Так, все, осталось, наверное, заборов 6 еще выставить. Шкафы я уже выставил все. Оба, ну, подожди. Там какие-то типы пыхаются, походу, не наши. Подожди. Что за ник? Нет, не наш, не наш. Не наш, не наш. А ну, стой, стой, куда убегаешь? А ну, иди сюда. Иди сюда, Родик. Хорошо, хорошо, Мунасо, где он? Нет, только не ливай, не ливай, братик, не надо. Ну... Убил. Что? Ой-ой-ой. А что у тебя тут? Коптер, гирлянды, дерево.
Нифига. Ай, кто это? А еще дружок его, дружок второй. Аптечку дай завязай быстренько. А ну иди сюда, родненький, давай я тебя... Я сейчас с тобой тоже разберусь, иди сюда. А куда ты побежал, не понял? А куда ты? А куда ты? О, год. Ес, все, мы достроили. Наконец, ребятки, посмотрите на это масштабы. Это просто что, смотрите. Офигеть. Все, сейчас погнали ракетки накрафтим. И можно пойти домики порейдить под конец ролика. Так что не отключаемся. Десантировался один. Построил тут небольшую вышечку, чтобы посмотреть сверху, как это все выглядит. Смотрите на это. Давайте сейчас калаша руки уберу. Смотрите. Так это все выглядит. Вот так, сверху. Офигеть. Красиво, очень красиво. Ну, за такой лайкосик можно влепить. По-бырому. Просто жесть полная. Все, получается, сейчас мы докрафчиваем порох и пойдем уже наконец-таки какой-нибудь домик зарейдим напоследочек. И для вас, кстати, не забываю, я вам оставлю под конец ролика ресурсы, так что вы можете забрать сегодня. Все, погнали ракеты крафтить. Так, ракетки у меня есть, я накрафтил целых 6 ракет. На 6 ракет вот эту баску сейчас зарейдим напоследочек. Так, здесь подстроиться никак. Не, шкаф бьет. Погнали прямо вот сюда бить в забор. Здесь как раз печки работают. Надеюсь, что-то там может будет. Но я просто решил на крафте ракет просто порейдить для интереса. Так, сколько по... Все, последнюю ракетку сейчас запустим. Бац, сломался. А, не последняя. А, тут там. Давайте сломаем. Так, отходите, я вот тут бахаю, там как раз печка работает. Посмотрим, что там в печке было. Блин, не достаю. Короче, в печке там было 23 металла. Отлично. Короче, бахом вот этот домик основной. Бам. Сколько по... Так, давай сносим с винтовки, давай. Ну чё, а, подпингует малёк. Давай, все снесли. Чё тут в печках? Ну... Так, серка. Серка, давай заберу серку. Бахаю. Так, тут шкаф оказался, кстати. Давайте сделаем шкаф, посмотрим, что там. Так, что у нас тут? Камень. Блин, не посмотрел, быстро все разобрали. Ну все, получается, я все 6 ракет потратил. Все, я думаю, можно и домой. Подошел. К концу данный видеоролик. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеоролик. Надеюсь, вам очень понравилась данная задумка. На данный видеоролик мы потратили целых 2 дня. И этого стоит, чтобы вы поставили лайк. Оставляю вам, как обычно, подарочек под конец видеоролика. Пароль будет... Давайте, пароль будет у нас 7560. 7560 пароль. Так, ставлю сундучок, сейчас кину вам туда подарочки, координаты. Я пока показываю вам какой-то сервер, 11-й EU, мой родненький, на котором я начал играть вот с самого начала, когда я скачал только Оксайд. Это мой самый родненький сервер, который никогда не подводит. Все, показываю вам координаты. Координаты у нас 11B, нижний центр, вот ниже, в центре, вот метка зеленая. Все, вас жду здесь, всех вас тут жду. Самые ловкие, самые быстрые сюда быстренько ведут пароль. Золотая все ресурсы, которые здесь находятся. Конец видеоролика. Всем огромное спасибо. Надеюсь, я заслуживаю лайка. Всем пока.